рамках проекта «Путешествие по Мангистау» сегодня мы ознакомимся с сельским округом Атамекен. Сейчас, в данное время, у нас 37500. В сельском округе Атамекен действует спортивно-стрелковый комплекс «Инганна» по спортивно-стендовой стрельбе, которая является олимпийским видом спорта. Комплекс единственный на весь западный регион. Здесь занимаются учащиеся девочки и мальчики спортивно-юношеской школы «Жастар». Вы просто посетили наше место, где мы занимаемся стендовой стрельбой, обучаем детей. Это олимпийский вид спорта, и думаю, что постановление партии правительства, как говорят, охват детей, школьников, чтобы люди занимались физкультурой и спортом. Вот здесь у нас с 9-го года, правда, функционирует, но по просьбе управления областного спорта мы здесь открыли от школы ДСШ детскую спортивную школу. Дай. Атамекен. 37,5 тысяч жителей, 11 жилых массивов, 2 средние школы и 1 детский сад. Асфальтирована только центральная дорога. Из достопримечательностей единственный на весь западный регион спортивно-стрелковый комплекс по спортивно-стендовой стрельбе. Путешествие по Мангистау мы ознакомились с сельским округом Атамекен.